Около сотни юных ангарчан накануне приняли присягу и вошли в состав военно-патриотического движения «Пересвет». Все больше школ открывают у себя профильные классы, а среди курсантов, надевших форму, можно встретить и девушек. Я архангельская Яна Алексеевна, вступаю в ряды военно-патриотического отряда «Пересвет». Торжественно обязуюсь быть честной и дисциплинированной, беспрекословно выполнять уставы школы и отряда. Быть преданным своему отряду, своей школе и своей родине. Если я нарушу это мое торжественное, обязательно, то пусть я буду лишен черного берета и исключен из отряда. Служу России. Разрешаю. Как берет одеваться, не знаешь? Сегодня патриотическое воспитание выходит на первый план. Профильные классы есть в школах номер 37, 39, 32, 6 и других. Также патриотическую работу ведут школа мужества, ангарский отдел военного комиссариата и местная школа ДСАФ.